Отряды имама наступали и в Чечне, и в Дагестане. Сразу на дюжине направлений. Задача была, пользуясь объявленным в войне антрактом, захватить все царские горные укрепления. Командовал операцией главный сподвижник Шамиля, наиб аварии Хаджи Мурат. Беглый милицейский прапорщик. Он разрушал стены, за которыми сам еще недавно нес службу. Тяжелее всего пришлось крепости Унцугу в Нагорном Дагестане. Ее осадило 12-тысячное войско. Защитников же было всего 370 человек. Все выжившие в ходе штурма будут заживо сброшены в аварское Кайсу. Это та самая бездонная пропасть, через которую когда-то перепрыгнул Шамиль с сыном, спасаясь из осажденного Ахульго.